Enjoy English, рабочая тетрадь, шестой класс. Упражнение 35, section 5, unit 3. Нам нужно дополнить предложение, используя информацию из вашего учебника. Поэтому сейчас будем вспоминать. Scotland is the most northern part of Great Britain. Шотландия – самая северная часть чего? Ну, конечно, Великобритании, то есть Great Britain. Edinburgh is the capital and the most important city of Scotland. Эдинбург – это столица и, ну, по учебнику вроде все-таки так, самый важный город Шотландии. Бен Невис is the highest mountain in the Highlands. Бен Невис – самая высокая гора, ну вот как ее в возвышенностях, ну то есть если вы читали учебник, то есть там у нас Шотландия все-таки делится как бы географически Highlands и Lowlands, то есть вот как бы вот эти возвышенности и низменности, или же может просто Highlands его называть, то есть не встречала я его в таком переводе. There are a lot of beautiful lakes between the green hills. С конца переводим вот эти вот конструкции наши. Между зеленых холмов много красивых озер. Aberdeen is the biggest oil. Ну и центр у нас уже был. Center. Aberdeen – это самый большой центр по добыче нефти. Ну, oil – это нефть, то есть вот получается нефтедобывающий, скажем так, район, регион. Glasgow is the most well-known shipbuilding center. Глазго – самый известный центр кораблестроения.